Всем привет! В этом видео поговорим о том, что концерн Shell приступил к строительству завода по производству масел в Тверской области. Один из крупнейших в мире энергетических концернов Shell приступил к строительству в городе Торжок Тверской области новой производственной площадки для выпуска автомобильных масел и смазочных материалов. Дочерняя компания холдинга Shell Нефть в 2012 году построила в Торжке первый в нашей стране завод по производству целой линейки смазочных материалов, в том числе моторных масел, масел для судовых двигателей, промышленных смазочных материалов, а также гидравлических и трансмиссионных масел. Это один из крупнейших в Европе заводов холдинга. Его производственная мощность составляет 200 миллионов литров масла в год. На предприятии сегодня трудится 200 российских специалистов, 95% которых являются жителями Тверской области. В мае текущего года концерн Shell приступил к реализации программы модернизации своей Тверской производственной площадки. Целью ее является увеличение производственной мощности предприятия на 50%. Компания планирует за счет строительства новых производственных объектов увеличить выпуск смазочных материалов до 300 миллионов тонн в год. На эти цели концерн Shell выделил 6 миллиардов рублей, заключив в июне 2021 года соответствующий инвестиционный контракт с правительством Тверской области на полях Петербургского международного экономического форума. Проект предусматривает строительство новых складских помещений, резервного парка, а также объектов производственной и инженерной инфраструктуры. К данному времени Shell завершил необходимые перед началом строительства объекта подготовительные земляные работы и приступил к монтажу свай. Одновременно продолжаются работы по созданию временной инфраструктуры, строительству складских помещений для доставки и хранения на объект стройматериалов. Планируется, что строительные работы будут вестись на объекте Shell без остановки основной конвейерной линии до 2023 года. Запуск новой производственной площадки позволит создать в регионе до 500 новых рабочих мест. В завершение отмечу, что в будущем концерн Shell совместно с правительством Тверской области намерен создать в Торжке научно-образовательный кластер в сфере нефтепереработки.